Фотовыставка «Удивительная» рядом, в экспозицию которой вошли фотоснимки специалистов Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и базовой кафедры антимонопольного регулирования, приурочена к году экологии в России. В экспозиции представлено более 50 фотографий природы. Открыли выставку ректор УЛГУ Борис Костишко и руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области Геннадий Сперчагов. Данная выставка родилась буквально на пустом месте. На нашем сайте сотрудников в управлении ФАС мы видели очень много фотографий, притом не ретушированных, без всяких программ Photoshop. Те чудеса природы, которые рядом с нами, и сотрудники снимали на свои телефоны. Возникла идея вот такой фотовыставки в год экологии. Руководство университета нас поддержало. Геннадий Степанович – автор многих работ, представленных на экспозиции. Но, как он утверждает, никогда профессионально не занимался фотографией. Просто удивительное находится рядом, и важно уметь его замечать. Поскольку выставка находится в таком оживленном месте, как библиотека, уже сотни человек, студентов и преподавателей университета посмотрели эту выставку. По словам Бориса Костишко, открытие подобной арт-площадки – яркое событие в культурной жизни университета, которое стало возможным благодаря стратегическому проекту опорного вуза «Регион культура перезагрузки». Загрузка. И наш стратегический проект как раз очень получился в резонансе вот с этой выставкой. Поэтому для нас она первая, вот в ряду, наверное, уже многих в будущем, мы хотим сделать виртуальную, постоянно действующую, и мобильную, открытую open-air такое пространство, на котором тоже будем показывать и призывать к тому, что, ребята, мы с вами, в общем-то, все талантливые, мы все видим красоту. Можно видеть негатив, а можно видеть позитив. Давайте все-таки смотреть на красивые вещи и создавать их. Выставка будет работать до конца ноября. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.